Григорий Агабекян – вице-чемпион мира, президент Федерации бокса Одинцовского округа. В 9 лет отец привел его в этот спорт. Через 4 года он уже участвовал в чемпионатах и международных турнирах. Всегда занимал первые места, 14 раз становился чемпионом Армении. В 21 год Григорий получил звание мастер спорта, а в 2007 году занял второе место на чемпионате мира в Америке. После приехал в Россию и продолжил карьеру в «Динамо». 3 года интенсивных тренировок дали результат. Из 19 боев – 19 побед. В 2008 году мною была организована школа бокса в поселке Барвиха. Также в дальнейшем было открыто несколько школ в городе Одинцово. В 2020 году была организована федерация бокса Одинцовского городского округа, которую по единогласному решению коллектива я возглавляю. В Федерации бокса округа сегодня занимаются более 300 воспитанников. Многие из них участвуют в соревнованиях и добиваются хороших результатов. Мы стараемся держать высокий уровень, высокую планку при организации соревнований. Мы регулярно сейчас стали провести также соревнования в Одинцовском городском округе. Раньше мы сами ездили, а сейчас, получается, к нам больше едут. Из Москвы, из области у нас проходят самые масштабные и зрелищные соревнования. Родители Григория на его бои ни разу не приезжали, очень волновались и предпочитали смотреть выступление после, на видеозаписи. А вот жена и дети всегда болеют за главу семьи. Меня жена поддерживает, мне двое дочерей маленькие. Тоже поддерживает, уже старшая бегает, я держу руку, она работает, бьет на лапу. Но если дочери захотят пойти по стопам отца, он будет категорически против. Хотя в его секции занимаются и девушки, но у них другая программа, без спаррингов. А вот один из воспитанников Григория, Евгений Каргаев, подает большие надежды. Ему 16 лет, боксом занимается меньше года, но уже стал победителем чемпионата по Одинцовскому округу. В планах стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Ольга Дмитриева, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».